Курумканский район отмечает 75-летний юбилей. В селе Курумкан прошли спортивные соревнования и праздник «Сурхарбан-2019», позже финальные соревнования по национальной борьбе и скачке. Почетных гостей встречали хлебом, солью, песнями и плясками. Гости, гости долгожданные, проходите, гости наши званые. Мы вам все покажем, как живем, расскажем, с песней и пляской выходку покажем. Поздравил жителей и гостей района глава Бурятии вместе с большой делегацией правительства. Он приехал на торжественное мероприятие. Люди, которые сейчас своим трудом делают будущее своих детей и своей земли. Земля удивительной красоты. Хочу пожелать, чтобы эта земля всегда процветала, была счастливой. И люди, которые здесь живут, также процветали и были счастливы. С каждым годом и инфраструктура тоже развивается, дорога строится, открываются новые места показа, новые достопримечательности. И нам нужно все это вместе сохранить, приумножить и донести до наших потомков, до наших детей все в таком первозданном виде, в котором мы сейчас это имеем. Как отметил глава республики, Курумканский район получит главный подарок – новую школу. Ее достроят уже в следующем году. Также закупят новое оборудование в районную больницу, отремонтируют дома культуры и продолжится строительство дороги до Курумкана.